просто общее. А потом уже подробнее буду для вас снимать. Финики какие огромные, про которые я говорил. Настоящие египетские финики. Красиво, красиво, да. Пироженки так на вид неплохие. Так, лучше апельсины. Финики огромные прям. Настоящие. What meat is this? This beef. Beef. Beef, yes. Okay, give it. Попробуем. Да, начинать пробовать. Не получается снимать и пробовать, я отвлекаюсь. Вы представление имеете, вроде как неплохо, да? Овощи есть, мясо есть. Цитрон, они его замачивали. Я учился в России. Я закончил институт в России, потом в Германии. Where did you come from? Родинальский Риц. Я с Израилем. Но самые лучшие времена Советский Союз. Спасибо, спасибо. Самое лучшее образование. Спасибо. Брежнев. Хафисасан, да? Хафисасан, нет? Хочу записать. О, вкусат, просто. Просто как закуска такая, да? После водки. После водки? Приятного аппетита. Ну, скажем так, да, конечно, это не Турция, но на четверку пойдет. Это я не пойму, что такое. Что-то жесткое. Кусочек возьму. Да, действительно, друзья, что-то я проголодался. Прям голодный я. Что-нибудь еще возьму. Видно. Рыба охота, может у них рыба какая-нибудь есть. Потому что такое, пахнет то ли рыба, то ли кальмарами. Может, соус просто.
said, we have fish this year. Okay, thank you. Да, это вот рыба есть, которая жестко мне показалась. Я взял кусочек. Да, это она пахнет, а реально пахнет, знаете чем? Гребешком. Думаю, что за запах? Запах гребешка. Я, наверное, еще возьму, пока она есть. Что за рыбка такая? Понежнее кусочек. Может, это тунец? Запах прикольный. Капуста и клубника, что-то через кнут, нет? Короче, супчики. Супчики. Так, ладно, все, буду кушать, отключаюсь. Точно есть. Это что? А, это типа это, как блины получается. Первоначальный столик у меня получился. Так, похватал, что увидел, самое интересное. Венца взял. Давайте, друзья. Вот финики. Видите, какие финики. Свежие финики. Вкусные такие. Смотрите, какая косточка огромная. Давайте за вас, дорогие. Чтоб вы чаще отдыхали. Чаще и красочней был ваш отдых. Ну, поднялся ветерок после обеда. Я так понимаю, с утра тихо, а потом ветер поднимается. Опа. Полетела у девушки. Вот за этот стаканчик я больше переживаю. Капуста, клубника, ананас. Что это такое? А нет, это кусочки апельсина. Ничего, риск благородное дело. Ну, ваше здоровье. Знаток египетских вин, ну, наверное, пойдет. Друзья, я не знаю, что это за рыба, но она волшебная, со вкусом гребешка. Какая она вкусная.
Может, правда Тунец? Ветерок разошелся. Это хорошо. Все хорошо. То есть она выглядит как жесткая, но когда ее ешь, она прям, знаете, прям тает. Вкусно. Смотрел как-то видеообзор этого отеля. Рыбу ругали, говорили, она жесткая такая. Она реально вкусная, друзья мои, вкусная. Взял лепешку, она такая, знаете, жесткая, но кусается, в принципе. Может, ее с какой-то подливкой едят, с каким-то соусом. Ну, мой вердикт. Из того, что я взял, есть можно, даже вкусно. Рыба вкусная, овощи вкусные. От мяса сейчас попробую говядину. Финики вкусные. Свежие финики вы такие в России не купите нигде. Прям свежие. Не завяленные, там, не сваренные. Просто берешь его вот так вот, кусаешь. Он прям хрустит. Я не знаю, что напоминает. Что-то напоминает, не могу вспомнить. Ну, вкусно. Маленько подвязывает. Знаете ли, как хурма. Бывает подвязывает, вот так же вот финик подвязывает свежий. Может, он в сахаре замочен, не знаю, но вкусно. Нифига не вкуриваю, что такое сухое вино, dry wine, не понимают нифига. Ни один, ни второй. Я говорю, ладно, просто красное мне принеси. Thank you, sir. Пойду-ка я еще рыбки возьму. Кстати, вот эта говядинка ничего так. Нарезка. Типа фарша какого-то. Да, говядинка хороша. Рекомендую. Рыбка, говядинка. Проверено. Ну, вино египетское. Пить можно. Но осторожно. Ну, что-то мне подсказывает, что фараоны пили что-то более... изысканная. Good job, sir. Show me your job, please. Nice, huh? Good job. Thank you.
How do you eat it? With sauce? Sauce? No sauce. О, итальянский звучит. How do you eat it? Is it sauce? Some sauce? No sauce. No sauce? Flour, flour. Just like bread? Yeah, like same bread. But this is good taste. Thank you, Ahmed. Good taste. Что, говяденький еще чуть-чуть? Давай, дружище. This beef is very good. Thank you. That's enough. Говорит, еще хочешь? Нет, ничего, я еще рыбы хочу взять. Обожраться, да пойти на море. Море вам поснимать. А, видишь, принесли уже другую. Принесли скумбрию, это скумбрия. Так, а соус пахнет так же. У них, походу, соус один и тот же, а рыба разная. Так, а вот эта рыба, которая оставалась, я не буду рисковать, я лучше вот эту возьму. Скумбрию брать не буду. Или взять кусочек маленький. Ладно, возьму попробовать. Но вот это вкуснее. Я уже знаю. Друзья, в реальном времени, да? Все как есть, просто снимаю, как будто бы вы здесь находитесь. И все это делаете своей рукой. Реалити шоу для вас из Египта. Декабрь месяц, 18 число. Так, мне еще надо про чай не забыть, чайка попить. Так, хватит, хватит, это нам не надо. Все, погнали. Ну, друзья, больше повторений не будет. Это мое третье повторение. Я думаю, пока хватит, еще ужин предстоит, там мороженое какое-то будет давать. Все, снимать не буду. Рыбку повторю, говядинку повторю, вот эту вот волшебную. Какая она вкусная. Знаете, что напоминает? Этот кебаб. Люля кебаб. Очень вкусная. Прям вообще очень вкусно. Потом буду отрываться по этим десертам. Пробовать. Все не перепробовать, но надо стараться. Слушайте, а лепешка-то классная. Но в остальном, что рыбку повторю, мяско повторю, говядина очень вкусная. Я вам все уже показал. Люля кебаб натуральный. Все, буду заканчивать. Отвлекаться не буду. Потом пойдем на море. За вас, мои друзья. За ваше неисчерпаемое лето, как египетское. За ваше неисчерпаемое, как в Египте зимой, лето. Чтобы всегда было лето в вашей жизни. Смотрите мое видео и представляйте, что вы здесь. Друзья, без ума от этой рыбы. Боже, какая она вкусная. Гребешковый соус. От души рекомендую. На вид как курица, но это рыба. Короче, попробовал египетский апельсин. Вы знаете,
как описать, как будто бы апельсин, который я покупаю в ленте в Питере, вкусные такие апельсины, только еще с сахаром, они более сладкие. Как будто ешь апельсин с сахаром, офигеть. Я думал, вкуснее не бывает, чем я в ленте беру. Они тоже тают. Но эти прям вообще прям приторные. Друзья мои, я очень люблю фрукты, овощи, тем более ягоды. Но я никогда не думал, что можно есть капусту с клубникой и с апельсином. Ну, с апельсином еще ладно, но с клубникой это вообще. Что хочу сказать, вы знаете, вкусно. Клубника добавляет какой-то совершенно волшебный оттенок. И ведь реально вкусно. И решающая нотка за клубникой в этом салате. Смотрите, может, у нее дома попробуют. Капуста, что там, морковочка, апельсин и клубника. И, по-моему, майонез, да? Можете попробовать. Офигеть. Я еще думаю, пробовать, не пробовать. Реально вкусно. Потрясающе. Потрясающе. Короче, ребята, тут такая тема. Здесь вот, где вы будете кушать, можно либо здесь внутри, да, либо вот там вот на улице столики. Я сегодня просто припозднился, можно было на улице сесть. Я сейчас на улице сяду. Ну, кофе здесь нет, что хочу сказать, да? Ни кофе, ни чая, надо идти туда вот. Выходите сюда. Ну, сейчас я покушаю, откушаю, вам покажу. Туда вот идете, в лобби-бар, короче, где ресепшн справа. Там кофе, чай и все подобное. Взял капучино. Попробуем, что за капучино по-египетски. Либо можно просто брать пирожные, туда идти там, пить кофе не спеша с пирожными. В общем, здесь у них кофе нету. Немножко странно, как бы, непривычно. Это не проблема на самом деле, но непривычно. То есть пирожные есть, а кофе нет с чаем. Ну-ка, пробуем. Боже мой. Моя любимая с детства пирожная картошка. Пятерочку ставлю. Вкусная. Слушай, хороший отель. Кормят вкусно. Только вот это попробуем, пирожное. У них везде клубничка, заметили. И в салатах, и в пирожных. Блин, Миша опять с ножа ест. Взялся за старое. Ну, неплохо. Неплохо. Да, неплохо. В общем-то, неплохой отель. В плане питания оставлю твердую четверку. Сейчас пойду еще возьму эту картошку, если она осталась. И прям вкусная. Парочку возьму, пойду туда, на лобби-бар. Ставлю 4 с плюсом, а не 5, потому что не хватает разнообразия, как в Турции. Да, это не Турция, там, конечно, пятерки там было все заварено. Да, разнообразия меньше. И вообще как бы меньше, да, всего. Но из того, что есть, в принципе, вот я взял и все съел. Вот это мне только не понравилось. А так вот и мясо вкусно, вот этот кебаб, да? Вон он мне настрогал, дружок. С
повторением. И рыбка вкусная. Твердая четверка заслуживает этот обед. Ну, конечно, делаем скидку, что я с дороги, голодный. Но я думаю, все равно 4 с плюсом его поставил, объективно. Еще раз могу сказать, что не 5, а 4, потому что не дотягивает до турецкого разнообразия. Финики обожаю. Они, знаете, сорваны из дерева, такие сырые, просто замоченные в сахаре, что ли, в каком-то сиропе. Ну, вкусные, прям вкусные. Маленько вяжут, как хурма. Ну, вкусные прям. Такая, знаете ли, здоровая клетчатка. Ничем не обработанная. Друзья, неплохие впечатления о моем первом обеде. Будем дальше изучать. Прекрасный отель, прекрасный пляж, я надеюсь, море и все, что с ним связано. Вообще, Шем — это лачуга, по-английски, насколько я помню. Типа, знаете, домик такой на берегу океана, лачушка такая. О, ништяк, картошка еще есть. Сейчас я его возьму и пойду в мой бар. Это очень вкусно. How are you, sir? Good? Good country, Egypt. Egypt? Good. You speak English? Little bit. I say that Egypt is good. Yeah. Thank you. Мы еще на море с вами не были. Мне уже нравится здесь. Парочка. А остальные я просто не успеваю попробовать, я уже не лезу. Ну, вот видите, ужин получается. Кухня разных стран. А сегодня что у нас вообще? Сегодня Tuesday или Monday? Блин, я вспомнить не могу, сегодня понедельник или вторник. Короче, Лига International, либо итальянская, потом египетская ночь, китайская кухня, мексиканская, французская и восточная. То, что говорил, вы с кухни вышли, да, с ресторана, и вот идете в лобби-бар за кофе. Сюда вот идете, мимо елочки. Елочка вам нравится? Я к елочкам равнодушен, я летний человек. Смотрите, красивые портреты какие. Кто пишет? Кемаль Ахмед. Реалистично и красиво пишет, учитывая, что он араб. Смотрите, как прорисовывает европейские черты. Не скажешь, что араб писал. Это маслом. Масло издалека, ну, смотрите. Слушай, реально неплохой отель, неплохой. Египет на один плюсик в копилку Египта. И рейтинг повысился на плюсик. К концу отдыха скажу общее впечатление.
Да, приходите, берете, ребят, что хотите. Я хочу еще капучинку. Какие-то египетские чаи, кстати, да. Блин, арабского я не знаю. У них даже этот сахарок под отель. One cappuccino, please, sir. Just add me more cream. More cream. Попросил побольше сливок. А то что-то, знаете ли, не хватало насыщенности. Кофе good. Egypt good. Egypt good. You are lucky because you don't have winter. Yeah, you are very yes, lucky. Yes, yes. I tell you, you are enjoy lucky. Enjoy your time. Enjoy. Kein winter here. Here summer. Nix winter. You don't have winter, so yeah. You're lucky. Eh? Every time here like the summer. Yeah. Like no, summer. No, yes. But now it's good time because it's not very hot. Only it's very good. Only in the night you can get it. Видишь, как сдабривает мне сливочками. Yeah. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Русский говорит, дёрный говорит, английский. Все говорит. О, как хорошо, с коричкой, да? А, не да. Your friend, Harald is моя? Haaland. О, как красиво. Haaland. Спасибо, друг. Really. Ты смотри, что вытворяет, а? Ты смотри, профессионель. Good. Professional. Камера. Камера. Good. Sony, а? Русия, а? Russia. Russia? Perfect. Сколько стоит? I tell you the price. I bought it second hand. Second hand is about $200. But if you buy a new one, it's very expensive. Yes. And Sony, but you get it a little bit photo, photography. No photo, just camera. No. You can get it for card photo or only for telephone or SIM card or like this. You use the usual card as card. It is for the telephone. Okay. Here it's 64 gigabyte for 5 hours. 5 hours battery. Good. Nice. Enjoy your time. Thank you. Incredible professional. I couldn't do it in my life. Takes a lot of practice, huh? Enjoy your time. You promised me yesterday. Didn't you take one? Yeah. Реально душевный актер. Просто душевный. Я прям вообще в восторге. Смотрите, какие черты, какая параллельность. Просто, как так можно, да? Друзья, кто уважает этот отель, вы не правы. Вот мне пока придраться к ни к чему. Хотя я такой, знаете ли, привередливый. Отель душевный. Он такой, знаете, он хороший. Никогда его не брошу, потому что он хороший. Это про этот отель. Но вот сейчас другое дело. Он мне сливочек побольше надавил. И другое дело, совершенно другими красками заиграл капучино. Боже ты мой. Merry Christmas. В Комсомольске на Амуре моя молодость живет. А там сегодня минус 35. Как так можно? Это ж невозможно. Здесь еще нотки кокоса присутствуют. В общем, как говорят англичане, I'm full of admiration.